Майстер-класы и занятки для кемлевых и творчих пропоновали на каникулах педагоги установы. У гуртку рукоделия юные майстры працуют с паперой, соленым тестом, створают флористичные композиции. Детячая студия выявленчего мастацтва «Тюбик» – это уроки малявания и аппликации. У гуртку «Акварыумист» дети могут кормить и доглядать живёл. Мы были на кружках по рисованию, мы рисовали вазы. Мне очень понравилось, и я думаю, запишусь как-нибудь и буду ходить туда. Мы были сегодня еще у животных, мы их видели, черепах, хомяков и рыбок, всех видели. Головные наведывальники гуртков – наученцы школ Советского района. Але тут будут рады усім. Справу по душе знайдут и дошколяты, и подлетки. Педагоги проводят майстер-классы на протягу всех осеньских каникулов. А до зимовых планируют подрыхтовать новые. Иногда бывает, что красоту можно увидеть через монитор компьютера, через экран телевизора. Но мое мнение такое, что лучше с красотой соприкасаться непосредственно вживую. И, может быть, даже своими руками. Когда своими руками он что-то сделал и принесет, вот он домой сегодня придет, скажет: мама, это сделал я, мама, это нарисовала я. Это просто здорово, значит, мы где-то эту свою задачу выполнили. И пусть даже хоть один ребенок придет к нам заниматься в кружок, мы считаем, что это уже победа. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».